В выставочном зале музея МПГУ открылась персональная художественная выставка произведений графики заведующего кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств Рауфа Чинчоровича Барцец. Сегодня мы открываем выставку нашего преподавателя, нашего профессора художественно-графического факультета, замечательного человека. И вот его графические работы, они здесь разные и по жанру, по тематике, но, наверное, все-таки есть что-то общее. А это что-то общее, прежде всего, любовь к родному краю, к Абхазии, к России. И вот я хочу, чтобы вот эта любовь с графических полотен передавалась напрямую в ваши сердца. В работах Рауфа Чинчоровича отечественная история, отечественная тема. Это очень важно нам сейчас и историкам, и математикам, и представителям Института изящных искусств, и филологам. Внимание к отечественному искусству в отечественной культуре. И это не потому, что какие-то движения времени или политические веяния, это то, что должно быть внутри нас всегда. И то, что мы должны воспитывать в молодых людях с самого раннего возраста. Если мы будем учиться на красивых образцах искусства, на отечественных образцах искусства, значит, наверное, мы все-таки будем любить свою историю, знать свою страну и любить ее тоже. Я считаю, что студенты должны понимать, что духовное родство не кончилось. Поэтому через искусство, через культуру, через образование, в общем, мы должны все это быть вместе, ближе и развивать наши отношения в том плане, что так, уважение ценит, значит, дружба будет ценить, скажем, образование, культуру, в общем, народная, самобытная народная культура, в общем-то, чтобы у нас было взаимовлияние, в общем-то, взаимовоспитание. На выставке представлена серия работ художника, выполненные в технике литографии на темы «Исторические мотивы Кавказа», «Детство», «Мои земляки», «Исторические мотивы Абхазии». Поиск линейной гармонии в сочетании с философским осмыслением бытия и истории народа – оригинальное пластическое решение, характерные особенности творчества художника.